сколько случаев, когда люди создавали свой сайт, раскручивали его вовсю, потом продавали какой-нибудь там автору и так далее. Продавали за десятки миллионов долларов, превращались в... Ну, они получали деньги. Получали деньги и уезжали. Этот вот создатель автору живет в Лондоне, ведет жизнь. Я забыл сейчас его фамилию. Ведет жизнь такого... Рогальский, по-моему. Рогальский, конечно. Михаил Рогальский. Ведет жизнь такого сверхобеспеченного пенсионера. Ничего ему больше не надо. То есть перед вами таких целей вы себе сами никогда не ставили. Превратить это в бизнес и в источник благополучия. У меня каждый раз идея продать и отдать вот это вот хозяйство, которое нужно было мне самому, оно меня торгало. Мне до сих пор иногда предлагают чего-нибудь докупить или продать. Так. Хочешь денег — продай. Угу. Но продашь — чем ты будешь заниматься?